Школьники, студенты, работники предприятий и ветераны встали на лыжи в Мирном. Там прошел массовый забег «Лыжня России». Всего в акции приняли участие 74 региона страны. Любители активного отдыха пробежали дистанцию в 2 километра. Побывали на лыжне и наши коллеги. Давай, давай, Лиза, давай, 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 давай. Вот так из последних сил мирненцы от мала до велика пробежали массовый забег. «Лыжня России 2017» объединила более 400 лыжников алмазной столицы, как любителей, так и профессионалов этого вида спорта. Массовый забег «Лыжня России» объединяет 74 субъекта страны. Ежегодно в рамках мероприятия на лыжню выходит более 600 тысяч любителей активного отдыха. Участники бежали дистанцию в 2 километра. На лыжне России неважно, умеешь ли ты кататься на лыжах или нет. Главное – пробежать и найти финиш трассы. Нынешняя «Лыжня России» у нас юбилейная, 35-я. Как бы погода нас сегодня не порадовала, потому что пришли мы с утра, участники, трасса обледенела, поэтому из стандартных дистанций стали бежать уже по километровому кругу. На трассу «Лыжни России» вышли и ветераны. Валентина Артамонова – настоящий фанат лыжных гонок. Занимается этим видом спорта более 40 лет. Может дать отпор многим молодым девушкам. Как приехала 71-го, немножко тут потерлась и 73-го начала бегать. Это для меня уже жизнь. Лыжи – это уже все. Как работа вот сейчас. После обеда иду сюда работать. А вот так в этот день мирненцы сдавали нормативы ГТО. В рамках «Лыжни России» на трассу вышли и те, кто решил попробовать себя в комплексе «Готов к труду и обороне». Мужчины бежали дистанцию 5 километров, а женщины пробовали себя на 3-километровой трассе. Сейчас вот 5 километров пробежали. Луксус, в связи с возрастом, сейчас 3-е место, все-таки призовой попал. Так считаю, нормально. Выше среднего выступил. Скольжение хорошее. Так поработал. Дальше уже за молодыми рвать нет смысла. Ежегодный массовый забег «Лыжня России» объединил всех любителей лыжных гонок. Независимо от степени подготовки, все мирненцы нашли финиш трассы. И ровно через год они соберутся в 36-м массовом забеге «Лыжня России-2018». Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».